На пляже мыса Кунгасный завершается установка нового арт-объекта «Жизнь в любви». Его создают участники сообщества активных горожан «Про жизнь». Как рассказал руководитель движения, идея создания арт-объекта появилась 1,5 года назад. Президент России ознаменовал 2024 год годом семьи. В связи с этим данное место силы, мы надеемся, что станет центром семейного притяжения в нашем городе. И это место создано для супружеских пар, для влюбленных пар, как минимум для встреч прекрасных, красивейших приморских рассветов и закатов, чтобы здесь, возможно, начнется чья-то семейная история, возьмет свое начало. Кто-то из мужчин, может быть, решится в этом месте сделать предложение руки и сердца своим дамам. В создание арт-объекта вложились неравнодушные горожане. Кто-то помог средствами, а кто-то помогал и проводить сами работы. Одним из создателей арт-объекта стала Ольга Вольская. Девушка уверена, что пространство станет еще одной точкой притяжения в городе. У нас, на самом деле, очень красивый и живописный город, но я считаю, что очень мало мест таких запоминающихся, где хочется погулять, куда хочется вернуться, где хочется сфотографировать, да даже элементарно встать в центр арки, посмотреть на море и загадать желание. Но это же уже прикольно. Даже туристов, привлечение туристов тоже, почему нет? Мы же, когда приезжаем в какой-то другой город или в другую страну, мы как раз ищем там интересные арки, лавочки, какие-то фигурки. Я считаю, что в нашем городе, если этого будет больше, это будет просто интереснее. По словам руководителя сообщества «Про жизнь», фишка места – подсвет из 20 фонарей вдоль дорожки и 3 светильников на арке. Вечером она особенно преображает пространство. Юлия Рокотская, Елизавета Драгомирова. Новости на 8.